Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня приготовим пирог с капустой. Для его приготовления понадобится капуста, лук, укроп, мука, кефир, яйца, подсолнечное масло, сахар, соль, пищевая сода. Подробное количество ингредиентов сможете найти в описании под видео. Для начала необходимо подготовить капусту. Капусту нужно нашинковать как можно мельче. У меня капуста молодая, поэтому я буду ее использовать в сыром виде, но также можно предварительно ее потушить. Далее необходимо измельчить зелень. Зелень отправляем к капусте, добавляю где-то пол чайной ложечки соли и необходимо все хорошо размять руками, чтобы капуста пустила сок и стала более мягкой. Далее необходимо приготовить тесто. Для этого я возьму 2 яйца, добавлю немножко сахара, оставшуюся соль и подсолнечное масло. Яйца необходимо хорошенечко размешать венчиком. Далее возьмем 1 стакан теплого кефира. Сюда я добавлю пищевую соду. И все необходимо хорошо размешать, чтобы у соды пошла реакция в теплом кефире. Кефир добавляю к яйцам. И также необходимо все это тщательно перемешать. И постепенно добавляем просеянную муку. И замешиваем тесто. Тесто получается как густая сметана. Форму, в которой будет выпекаться пирог, необходимо смазать под сливочным маслом. В форму отправляем половину теста. Тесто необходимо хорошенько распределить по всей поверхности формы. Наверх выкладываю капусту. Капуста вышла немножко многовато, можно взять чуть-чуть поменьше. Или же, как я говорила, протушить, и она немножко уменьшится в размерах. И выливаем оставшуюся часть теста наверх. И теперь отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Примерно на 35-40 минут. Вот такой пирог получается. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита!